качественные государственные услуги, работа в отделах регистрации, прием граждан. Все 8 миграционных пунктов, учитывая отделение по паспортной работе, куда входит отдел по вопросам гражданства и отдел выдачи и оформления заграничных паспортов, работают в плановом режиме. Но опять же хочу повториться, желательно записываться через портал госуслуг по предварительной записи. Общественный совет при Одинцовском управлении МВД постоянно контролирует работу подразделений. Представитель совета Лев Минасов посетил отдел по вопросам миграции, осмотрел служебные помещения. Электронный документооборот – весомое подспорье в работе миграционного отдела. Главное преимущество – отсутствие длинных очередей. При этом, по словам общественника, в округе наблюдается рост населения. За 2020 год и 2021 год почти ежегодно прибавлялось по 7-8% увеличения прописки людей, граждан, принятых в Одинцовский район. По итогам проверки общественники нарушений не выявили. Отдел по вопросам миграции УМВД продолжает свою работу в штатном режиме. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».